собрались мы сегодня не на рыбалку, а за ягодами, за земляникой. Поедем в Стрелку. Ладно, давайте, пожелайте нам счастливого пути. Покажу, есть ли там ягоды или нет. На проверку поехали. Ехать, наверное, сколько? Километра два, да? Не знаю, далеко это или нет. Ну, хотела сначала сюда зайти, но думаю, на велосипедах съездим туда, где берут все. Ладно, давайте. Еще покажу потом. Кошку увидела, она куда-то сбоку слетела. Это во враг сюда. Нам поворачивать, Саша. Аккуратно. Смотрите, сколько ягодок. Смотрите. Все в ягодах. Все. Ой, уронила. Ой, покатилась. Что тут вот холмик, они около холмика. Столько много их тут. Ягод много, но народу нет в лесу, чтобы ягоды собирали. Тишина. Но сейчас дело к вечеру, да и понедельник. Может, люди не знают, что ягоды есть и не хотят. Легче купить. Жара, все дома сидят. Я тоже сегодня дома сидела. Ты крышечку не потеряй. Не потеряю. Где-то вдалеке, там вроде машина. Гудят. Или по дороге, наверное, ездит. Кыш-кыш. Красота. Вот сколько уже. Ягодку не найдешь, пока не нагнешься. Но за каждой ягодкой надо нагибаться. Нагнулся, о, видно целую поляну. Берешь, поднялся, не видно. Приходится, надо кланяться каждой ягодке. Такая сладкая. Такая вкусненькая ягодка. Ну вот комары, тут еще муравьи кусаются. Все перетерплю ради такой ягодки. Оп. Сын там же баклажку полную набрал. Что-то я большую взяла баклажку с собой. А? Не полную, но скоро наберешь. Я что-то большую взяла. Ягод много. О, какая большая. Смотрите. О, какая. В траве вот она крупнее. На солнце она там уже скоро спекется. И она мельче там. Нужно за каждой ягодкой наклоняться. В пояс кланяться ягодки. По-шустрому, по-шустрому. Наберется. Мы часа, наверное, здесь уже сколько? Полтора-два.
время не засекли. Ну, из дома поехали часов 5, наверное. Ни телефон не взяли. Взял? Время у тебя там есть? На 65. Понятно. Ну, значит, время будет неправильно. Правильно. Правильно? Одну ягодку берешь, другую замечаешь, за третью следишь, а четвертую, не знаю, что четвертую тоже собираешь. Тут кто-то пилил что-то, опилки какие-то. Ну, кушай, кушай. Если бы я их не съел, у меня бы была полная. Ой. А вот пенек спилили. Ой, еще прям как грибы. Вон там еще остался. Тут кто-то пилили. То ли это такой спил, наверное, это. Спил такой. Всего тут и дров, и ягод. Уйма. Тут еще цветет, вон еще сколько ягод. Так, что-то я с полянки с этими дровами в сторону ушла. Где ягоды, меня прям магнитом тянет. Так, о, крупненькие пошли. Это, наверное, точно дождик был земляничный. Вот, помните, тот раз я говорила, пойду собирать земляничный. На землянику, на земляничную полянку. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж. Мухи. Мухи-мухи. Половину собрала. Не знаю, литр будет, не будет. Я даже не знаю, сколько это баклажка. Контейнер. Не разглядишь. Не знаю. Вот опять тут всякие бекарасы лазают. Покушаются на мою. Ну, сейчас сколько? Сейчас 6. Ну, час, наверное, да. Вот за час. Ага. Ну, час. Мы же еще ехали дорогой. За час вот литру набрала. Может быть, не знаю сколько. Не мерила я, в общем. Ну, еще солнышко стоит. Пособираем еще. Так, тут уже дальше густая трава пошла. Так. Высокая. И ягоды тогда не сильно. Ой, много. Ой, цветочки вот такие. Ой-ой-ой. Кто это меня кусил? Вот ягодки. Листики эти сразу убираем. Я не думала, что я столько наберу. Вот мелочь какая-то. Надо туда возвращаться. На ту половиночку, он ближе туда. Там ягодка. О, опять полник, опять ягодки. Вот они. Вот они, какие красавицы. Смотрите. Вот они. Вот. Каждую не покажешь вам. Но в куче вот они. Знаете, сколько? Ой, так вот. О, я обалдела от запаха. Очень вкусно. Так, идем дальше. Классно так в лесу. Взяли с собой только воду. Вот это, сейчас скажу, вот трава, вот это белый белоголовник. Тоже сушат. Чай. О, сколько. Еще маленько осталось. Не знаю. Наберу я, не наберу. О, у тебя же полная. Нет, еще. Ой, ты молодец, дай понюхай. Прям аромат духи. Вот я тоже. Чужая вкуснее пахнет.
Ну. Я только красный. Белый стараюсь не ложить. Молодец. Так. Ай! Комаров здесь много. Так, где еще полянку найти? Солнце-то садится. Я уже домой хочу. Просто, наверное, что устала, да? Давно я такую мелочь не собирала. Но землянику. Не мелочь, а землянику. Ну, правда, по одной. Где вот горсточкой? Клубнику горсточкой собираешь, а это вот почти что по одной ее. По две, по одной. Надо, чтобы она прям полянками росла. Тогда быстро соберешь. А если с места на место перепрыгивать, ой, устанешь. Еще комары. Где вот все потеряла, не вижу. Солнце садится, я уже не вижу. Все. Так, надо велик дать, брать. Велик драть, дать. И дальше двигать. Может, другую еще полянку там. Куда только мухи эти не садятся. Паразиты, мухи. Так. Дальше поехали. За грецкими орехами. Я потихоньку, кыш. Велик вот берешь и идешь. Вот опять вижу ягоды. Вот куда велик девать? Куда? Рука вся чешется, как будто трава какая-то такая жгучая. Прямо. Сейчас не уронить. Вот мне жалко ягодки пропускать. Держу велик. Держу камеру. Все, дальше пошли. А? Да, еще себя держишь. Вон вижу у кустики ягодок. Ой, что-то канавы какие-то. Это вот сколько сын собрал. И я вот сколько собрала. Комары нас зажрали. О, ну здорово, да. Угу. С молоком вкусненько поедим. Все, нам пора домой, солнце уже садится, и комары вообще озверели. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Канал называется Танюшка. Всем здоровья, добра и мира. Пока-пока.